В одном маленьком городе с красивым названием Чайковский жила девочка Даша. Это я. Я обычная девочка, которых много в нашем городе. Умная, веселая и талантливая. В Чайковском, куда ни глянь, одни таланты. Люблю рисовать, занимаюсь плаванием, гимнастикой и очень люблю стоять вниз головой. Потому что так многие вещи кажутся другими. Так сказать, взгляд под другим углом. Это моя особенность. Вот, например, папа готовил манную кашу, и она получилась с комочками. Посмотришь на это под другим углом, и комочки совсем не комочки, а целые горы, которые можно свернуть или отодвинуть на край тарелки. У меня есть семья. Только вы не думайте, что я единственный ребенок в семье, а хотя иногда хотелось бы. У меня 3 брата и маленькая сестричка Юля. И я их очень люблю. У моих родителей тоже есть особенности. Они очень любят детей. Дети – это счастье. И чем больше детей, тем счастье больше. Однажды маме рассказали про девочку Аленку, которая жила далеко от нашего города, в детском доме, и мечтала о семье. И что, вы думаете, сделала моя мама? Конечно, сначала она посоветовалась с папой, потом собрала семейный совет, и мы единогласно сказали «да». И вот мы уже мчимся на машине за моей новой сестренкой Аленкой. С этого момента практически я жила вниз головой, потому что все перевернулось вверх ногами. В моей комнате поселился комнатный вихрь, который разбрасывал игрушки, сметал со всех полок и шкафов вещи, рвал мои книжки и школьные тетради и все время громко кричал: «Будем любить!» А я стояла вниз головой с закрытыми глазами и не могла смотреть на этот беспорядок, даже под другим углом. Аленка была как дикий зверек. Не умела говорить, а только мычала. Кричала и издавала какие-то звуки. Не умела спокойно ходить. Все время куда-то бежала. Не умела даже прыгать и скакать на скакалке. Не знала, что такое семья, что можно быть добрым друг другу и любить. Словно ее сердце заколдовала снежная королева и превратила в кусок льда. Мама рассказывала ей добрые сказки перед сном. Учила печь вкусные блинчики на завтрак. Мама! Папа стал брать ее на рыбалку. Рыбка! Я учила ее общаться и вести себя красиво. Мы сплотились всей семьей, приложили много усилий. И вот уже наша Аленка из гадкого утенка превратилась в чудесную девочку. Научилась хорошим манерам, перестала наводить беспорядок в комнате, пошла в школу и уже учится читать. Ее сердечко оттаяло, и в нем поселилась любовь. Так в нашем прекрасном городе Чайковский стало еще на одну девочку больше. Счастье стало больше, город стал счастливее. Чайковский – город счастливых детей.